Так, всем привет, друзья. 3 апреля за окном, снег почти растаял. На улице 5 утра. Я выдвигаюсь в город Владикавказ, Северная Осетия. Всем привет из солнечного Владикавказа. Мы с пацанами из ЗМ-мото прилетели сюда, чтобы плотно погазовать ближайшую неделю, нарыть новых тропок, подготовиться к туру, сравнить мотики. Так что кайф. Погодка 16. Кафе у Анзора. Вот такие движения здесь. На заправке спрашивают, чё тебе, да? Кто чё ты? Совсем скоро будем газовать. Сейчас катаем кросс, посмотрим, покажем, затестим. Спасибо. А что, так можно было, что ли? Пошли по эндуре. Стреляют? А вы чё, ребята, все стреляете? Как будто да. Это Владикавказ, детка. Могут.
кормил, блядь, Бобу. Ситуация в эндуро. Вам попала палка между передним и задним. Короче, сегодня был классный день. Классно погоняли мотокросс на фоне вот таких вот гор. С погодой тоже очень повезло, говорят. До этого шли дожди. Все, заехали туда, там речка течет, вот эти вот горы сыпучие. Компания классная, люди гостеприимные. Ждем второго дня, сейчас едем заселяться. Привет! Всем спорт! Второй день, начало. Погода великолепная. Компания чуть-чуть выросла. Добавился Аслан. На ПСЕшечке. И еще пару местных ребят. Хорошие пацаны летят. Царь горы получается. Он легкий, блядь. Ему, блядь, вот этот, блядь, помогает. Пацаны в лоб долбят. Да, на второй я что-то он. Надо было сильнее, да? Рой пчел или Рой Джонс. Аслан закидал его камнями. Подставу сделал конкретно. Да. Ой. Ой-ой-ой. Уходим. Ой-ой-ой. Подъем, точнее вершина все ближе и ближе. Открывается второе дыхание.
нереальным кайфом забрались на 3000 метров. Спасибо вот этому человеку, Гобе и всей этой банде. Передай привет. Айрон Матагон. А теперь на спуск. Говорят, что вот эти вот скалы, расщелины, это какое-то поселение было. А вообще, это на самом деле очень серьезные горы. 3000 метров, чувствуется уже недомогание, чувствуется головокружение. 5 метров пешком в гору прошел и уже заебался, по-другому не скажешь. Но это серьезный альпинизм, конечно. Мотоальпинизм. Неровно. Я им говорил, умный в гору не пойдет. Аслан, что ты стоишь, иди вот здесь пробуй. Нет, поедем назад. Типа, будем искать. Пацаны гнут свою линию, короче. Хорошо. Катаемся очень хорошо. Мне все нравится. Электровелосипед тоже тема. Но вряд ли он заедет туда, куда мы заехали. Это разрушенное, а вот там вот сзади есть прикольное. Та же. Фух, вот такой прекрасный вид под завершение дня. И вот такой прекрасный, блядь, склон. Как, блядь, страшно. Что? О, на вид правда мало. День выдался от меня. Совет. We'll be right back.
КТМ обоссался, блядь. Вообще сюда поехали! Олег сказал! Она не может здесь ездить, блядь! Ну прикольно. Вот такой слалом между камнями. Очень даже прикольно. Похоже на весну какую-то прогулку. Приходится маневрировать. Можно прыгать везде. Так бы прикольно. Вот он на моей реке. Короче, намучился я с этим трейсером. Три раза пытался я подняться в этот холм. Да как так-то, а? И три раза, блядь, куру поймал. Я не понимаю. Ну, судя по всему, нету середины у мотора. Я пытаюсь заехать на средних. Взвон выкрутить не могу. А даже если выкручиваю... Получается так, что препятствие какое-то, какая-то кочка, его подбивает, я газ закрываю, и как бы все, goodbye. Сейчас буду пробовать на КТМе сюда залететь. Думаю, должно случиться с первого раза. Интересный спуск. Надо оттяжечки и сразу газ, да? Вот это. Опа! Лайток. Выглядело стрёмно. Вот это раздолье.
Короче, вот испанка. Вот Димон. Димон на ней ездил весь день. И... Короче, 4 часа я провел на сегодня на этом прекрасном мотоцикле. Вкатился в него, кайфанул от него. Подвеска крутая, тормоза шикардос. Мотор едет мягко и понятно. Вообще не кусается, не брыкается. И это он мне очень понравился. И эргономика у него абсолютно нормальная. При моем росте сел, поехал, кайфанул. Не знаю, что там технически со стартером. Ну, знаю, что он требует ТО более тщательного. Но в целом мотик очень даже прикольный. И на солнышке, да? Да, я весь день на солнышке. Я не переключал. А я газовал. Что ты говорил, как четырехтактник, да? Да, он вообще максимально прогнозируемый. Иногда даже забываешь, что на двухтактнике едешь. Прям для тех, кто побаивается, на 2Т перейти, что будет непривычно. Самый безопасный вариант, да? Mm-hmm. А солнышко, тучка, что думаешь? Блин, вот на солнышко я в этот раз не включал, так как у нас пошел дождь, поэтому можно было ездить только на тучке. Но на кроссе, на солнышке, на нем вообще весело было ездить. Да и на тучке тоже вполне нормально подхватывает. Просто мне кажется, плавнее чуть-чуть. Спасибо тебе. Работает. Да на здоровье. Короче, четвертый заключительный день. Наших покатушек прибавилось два парня из Краснодара, Паша и Славик. Сегодня катаем мало, но эффективно. Цель убиться. Отжаться за пару часов. Камень, японский камень, испанский мотоцикл. И вот середина вытащил. КТМ 400, вторая попытка. Теряет тягу на том же месте, где и я. Заказывали хард. Он есть у меня. Ладно, это еще не хард. Но теоретически сделать его здесь можно простым сменой вектора движения. Бережно.
по бешеным траверсам. Перемешку, блин, со склоном, камнями. Интересно.